приветствую всех. Хотел внести ясность, кто говорил там купи на ладу там то, на ладу это, там намордник купи, купи то все. В нашем регионе, за Уралом, лады как таковые пока не пользуются таким спросом. Ну, в сельской местности, да, пользуются, а вот в больших городах, вот из 10 автомобилей, которые припаркованы здесь, если 1-2 лады есть, это хорошо. Все остальное это будет японского производства автомобиля. Хонды, Тойоты. Вот, пожалуйста. Вот одна лада вот затесалась. Ну вот вторая, да, две вот стоят. Тойота, Митсубиси, Хендай, УАЗик вот. Хонда, Митсубиси, Тойота, Мазда, Ниссан, Митсубиси. В общем, пользуются